Здравствуйте, друзья. Зовут меня Елена. Проживаю на севере Московской области. Вот сегодня 27 мая. Часть помидор я здесь привела в порядок. Пообрезала нижние листья. Но листья я обрезаю по два, когда по три за раз. Это у меня вот 2-килограммовый. Вот такой вот у него ствол, как у дерева. Вот он тоже весь уже зацвел. Ствол у него раздвоился. Пока я так его и оставлю, как он есть, ничего с ним делать не буду. Сейчас после больницы приду, тогда уже буду решать. Это у меня здесь супер экзотик. Их тут два стоит. Пока тоже вот пасынок пошел из-под нижней цветочной кисти. Вот он, его видно. Тоже пока так оставлю. Тоже стволы у них вон какие, все толстые, прям на удивление. Так, здесь у меня ананас-зебра. Их тут два. Стволы раздвоились сами. И на этом. И на этом. Все это пока так и будет стоять. Так, это у меня 2 гавайских ананаса. Они только вот начинают цвести. Пасынок у них с подцветочной кисти пошел. Нет, это тоже раздвоение ствола. Еще пока не сильно здесь выражены. Так, это мегамарф. Он тоже должен быть весом от килограмма. Вот. Махровый цветок. И он мне не нужен. Так, это португал де карбианка. У этого вообще листья, посмотрите какие. Это жуть. Тоже сам раздвоился вот. И у вот ствола уже и тут цветочная кисть, и тут цветочная кисть. Но это уже вон распустилось. Так, листики надо обрывать с них обязательно. Так, это у меня здесь 2 сержанта пеппера. Один я вот этот оставлю в один ствол, а этот у него 2 ствола, тоже он раздвоился. Ну, пока больше я с ним ничего делать не буду. Тогда уже как выйду из больницы, надо только вот этот пасынок еще привязать, иначе ствол этот привязать, иначе он упадет. А этот оставлю прям так. И вот у него вот этот махровый цвет я удалять не буду. Так, это черный ананас. Это мои семена. Так. Это минусинский яблочный усыпной. Не хотела я их сажать, но было 2 семечка, я их посадила. Вот одно взошло, второе нет. Так, и это косово. Это присылала семена Таня. У меня свои есть, Таня и Аня. Вот это Таня присылала. Так, ну это, как всегда, без имени. А нет, у этого есть подпись. Бизон. Их я сажала позже. Это я рано сажала, эти я сажала позже. А безымянные у меня вот эти. 2 в одной лунке. Они были в одном стакане так. 2 разных сорта абсолютно. Какие сорта, я не знаю. Вот этот уже начал цвести. Здесь у меня взошел горох вдоль забора, вдоль стенки. Сетку поставили, чтобы он за него цеплялся. И вон повсходили кабачки. И здесь, и здесь. Нагибаться не могу совсем. Так. Хочу я вам показать клубнику, потому что сейчас я ее оборву. Отдам, сват внучке унесет. Вот такой вот.
Клубничный куст у меня красавчик. Просто очаровашка. Но там я ничего сегодня уже делать не буду, потому что вечер листья обрывать. Вон как и сколько листьев. Падают вон помидоры. Опять вон падает. Сегодня сержант Пеппер вот там на углу упал. И упал вот этот косово. Вот этот косово Аня присылала. Он упал, бедный, весь согнулся в три погибели. К солнышку ж поворачивается голова. Ну, а это я, как все, эксперименты. Это вот помидор я привязала. Этот так и стоит. Даже и не хочет ничего. Позеленел, зеленый стоит, как такой, вот как зеленые помидоры есть. Вот такое же вот у меня ощущение. Уже вот этот верхний начинает. Где-то я все не видела. Он уже, вот, видите, начинает розоветь. А этот как был зеленый, так и есть. Вот привязала к нему спелый помидор. Вчера то, что вот показывала, покупала. Вот посмотрим. Завтра, послезавтра, потому что в понедельник, если я приду сюда. Ну, ради того, чтобы посмотреть, будет ли какой-то толк, как говорят, что красный цвет дает какую-то эту. Ну, я... Ну вот заодно посмотрим. Это должно быть в течение 2 суток. Ну, вот я их привязала с утра. Ну и тот вот в воротах весь тоже он усыпан. Это все мои экспериментальные. Ну и на этом помидор появилось очень много. Мне кажется, и расти-то им не дает, пока сам этот не покраснеет, он не дает другим расти. Ну и на это, ой, ходить здесь так мне неудобно. Вот и на этом вот цвел он в прошлый раз. И вон какой уже, какой помидорчик уже на нем большой вырос. Ну, на этом помидоров много-много. Ну, вот эти все из махровых цветов помидоры. Не вижу солнца. На завтра похолод. На завтра похолодание обещают. Эти тоже из махровых цветов оба. Вот эти нет. Ну, ты привязать я его не привязала. Сейчас привяжу. Я оборву клубнику и пойду домой. Увеличила же, пока издалека показывала. Очаровашка, конечно, этот куст. Сам маленький, а ягод на нем. Ну, соответственно, что они не крупные, эти ягоды. За счет того, что очень много на них. Ладно, завтра тетрадку куда-то делаю. Не могу даже переписать сорта помидор. Может, я ее домой унесла что-нибудь писать. Короче, не знаю. Ну, здесь он на этом тоже. Кустики вон. Розовенькая ягодка уже. Ну, и на шее у меня болтаются ножницы. Одни и вторые. Привязываю на веревку, потому что как положила, так все. Так забыла, куда положила. Ну, так вроде бы вот издалека теперь... То были такие заросли. Сейчас листья эти нижние все пообрезала. Еще мне нужно нарезать стаканов. Может, вечером дома сегодня. И уже похоже просто на стройные рядочки. Но здесь еще не обрезала. И муж там сделал грядку под огурцы. Завтра вот эти огурцы 2 оставлю в ведре. Сажу. Так, все, время уже прошло 10 минут. Не знаю, снимаю на старый телефон. Выложит он такое количество времени или нет. Всем хорошего настроения, хороших урожаев. Хорошего настроения, солнечной